Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Thank you.
Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Агент-башня или агент-индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа, разработанного командой Хайдер. Это главное достижение ОАК.
Thank you.